I think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? Баланс дело тонкое. В общем, почитал я некоторые комментарии. Ребята пишут, покажи там то, покажи там то. В общем, я вам сейчас просто вкратце покажу, нападу опять сразу на одного и того же человека и покажу вам статы наших питомцев, которые не прибавляют, потому что я показал, но вы, наверное, ну, не понимаете, что все равно от того, сколько будет здесь плюс 3000 силы, там плюс 4, плюс 5, особо увеличение в статах питомца не будет. Оно не может быть в два раза выше. То есть, ну никак этого не может быть. В общем, у нас первый аккаунт, ну, моя основа на английском сервере. Здесь у нас 14-14 бард. У него 35-й цеп, 9-й скилл, 605 целей, 6 секунд, 26 увеличение дамага на 3 секунды. Ничего не поменялось, то есть сборка у нас на уклонение. По статам героя, вот статы, 9469 плюс 48203. И идем на твинг. 9469 плюс 45731. Сборка такая же, просто 13-13 скилл. Скилл не влияет на атаку питомца никак. Он влияет на скилл самого героя, то есть на его основной показатель. Десятая истинная вера, то есть один в один все у нас. Собран тоже на уклонение. Питомец... 9 скилл, 35 левел, 600%, 5 целей, 6 секунд кулдаун, 26% дамаг. Заходим в здание. Смотрим, это на твинке. 7452, 30% прибавка, 16560. Идем на основу. $7,452, $17,301. То есть не так, как у самого героя, да, там у героя больше чуть-чуть прибавка за счет титула. Я показывал, сейчас мы еще раз зайдем. Если зайти вот сюда, 16500. Плюс 800 атаки. То есть 800 атаки, ребят. 800 атаки, если разобраться, здесь у нас сколько? 24, ну 25. 800 атаки, это, ну, получается, третья часть. 24. Это получается, что 2400 это 10%. Это 3% где-то. 3-4% у нас. Разница в дамаге должна быть, если разобраться, посмотреть на скиллы. То есть один в один. По титулу 4400 прибавка, тут у нас у титула 3 с копейками, 3300. То есть вот вам вся разница в прокачках. Все, больше ничего не влияет, так как у нас титулы максимум, что они дают. Так, мы уже даже так не откроем прибавку титула. Я уже даже не помню, где она дается. В общем, сама суть, что прибавка вот вся уже здесь. То есть вот процентуалки пошли. Я не помню, у нас раньше было... А, ну вот, все правильно. Буст читаем. Давайте на основе посмотрим. 195%. Тут у нас 170%. То есть бусты, вот этот вот буст... атаку и буст на арене. То есть это чисто для арены это используется. Так, это фигня. Это на экспедицию. Это для всех героев. Ну, то есть, по сути, все. Это у нас для HBM, для волн, для триалки, подземки,
подземки, архидемон и атака фортов. Больше нигде прибавки у нас просто нет. Никакой прибавки у нас нет. А в итоге идем ищем какого-то персонажа. Левого сразу. Топе. Вот топ-10 как раз попалось у нас так. Сейчас мы его застолбим сразу. Я на твинке открою его. Чтоб сразу на него заскочить. Мы в батле уже, отлично. Итак, мы напали первым. Немножко не туда зашел. Мы напали первым на твинке, да? Смотрим на домах. По зданиям. 136к, 115. 130. десять, ну то есть 130 это средний дамаг, 120-130к. Сейчас я посмотрю просто ради интереса, сколько за минуту я ушатаю, если он конечно доживет, ну, приблизительно процентов 137 должен дожить. Ну, за минуту в среднем мы набивали 20-30%. 133, то есть средний дамаг 130к. Самое главное не переборщить. Так, еще один залп, вот как раз 30к. То есть средний дамаг мы увидели. Поехали сюда. Запускаем. 170, 160, 140. 200. 200. Ну, дамаг в разы больше. Тоже 135 есть. Может, у меня уже пофиксили. Я сомневаюсь. 180. Ну... порядка, даже если взять такой вариант, уже дамаг порядка 30% выше, нежели это было на втором аккаунте. 140-180. Не должно такого быть. За 800, вот посмотрите, уже 30% вынесли. За 800 силы прибавки на самом питомце, да, то есть 800 это 3%. Плюс будет там еще увеличение. Ну вот, у вас уже набилось, да, вот сейчас удар будет, немножко разница. 40%. Ну, разница очень большая, по 200 бьет. То есть, если там 130 средний, то тут у нас уже 200 средний дамаг. То есть, на 30-40% выше. Но не должно такого быть, нету такой прибавки. Вот сейчас 135, ну какой-то рандомчик, реально. Вчера вот просто показатель была битва гильдий. Я это заметил, я всегда твинком добивал за 2-2,5 минуты абсолютно любого топа. Вот 214 проскакивает, 160. То есть абсолютно любой топ вылетал, ну, просто налегке. Тут у нас непонятно, что за фигня. Один и тот же противник, но дамаг, как видите, очень разный. Там еще писали ребята по поводу ратуши. Вот один и тот же противник, и ратуша, я не вижу, мы ее уже походу ушатали, вот 170. Сама суть, что мы нападаем на одного и того же, то есть это не меняется. Один и тот же противник у нас, и вот такой вот результат. То есть здесь сразу видно, что здесь намного больше у нас дамага. На порядок выше. Откуда это, непонятно. То есть есть какая-то по-любому привязка к силе, о которой они не говорят, либо привязка к титулу, которую они не показывают, я не знаю, но эта прибавка однозначно есть. Где она берется, я не могу понять. Если взять, я уже даже забыл, где там у нас скины,
Вот. Вот этот вот скилл работает только в зоне действия. То есть скорость атаки и скорость передвижения. То есть attack speed и move speed. Это не относится к дамагу. То есть дамаг остается тот же. То есть это никак не влияет. Если же я нападу, давайте еще разок попробуем. Давайте какого-то другого попробуем. Вот топ-14 есть. Вот 200к. Ну, то есть в районе 200-ки. Но вчера у нас вылетало и по 300. Вчерашний тест, посмотрите, у меня 300 было. Вот 267 повторка пошла. То есть плюс 26% походу. Ну, там, где повторно попадает. 128 129к 140. Ну, то есть разница, блин, колоссальная. 129-120. И это все произошло после того, как я качнул титул. До этого мы проходили, у нас дамаг был нормальный. И я еще питомца, кстати, качнул. Я не знаю, с чем это связано, но походу где-то что-то не так. Либо сейчас что-то поменяли, на остальных цепок не поменялось. В общем, напишите, какая, кто тестировал, на какая у вас сила. Вот нападите там на какого-то топа, да, там у него по-любому прокачки на максималке. Можете даже, кстати, на русском, на, ну, хотя вряд ли вы нападете, я там часто в сети, не в сети, там все время добиваю. То есть на какого-то топа понападайте, напишите, какая у вас сила и какой дамаг. То есть, ну, вот налицо просто 40% разницы. То есть, ну, это необъяснимо, и IGG это просто, я не знаю, этот сбой прошел недавно, потому что, ну, до этого все было нормально. И разница очень колоссальная. В общем, пишите комменты, что вы думаете. Ну, я уже почитал, посмотрел. Ну, просто я не знаю. Где-то что-то не так. Это точно так же, как и с дамагом героев, который просто прыгает вверх-вниз, непонятно из-за чего. Все. Всем удачи. Всем пока.